В городе в 3 раза чаще стали происходить серьезные пожары по сравнению с прошлым годом. Чаще стала гореть и трава. Только в мае из-за таких шалостей пожарные выезжали более 20 раз. А между прочим, пал травы может привести к беде, как это произошло в Новожилово, где пламя чуть не охватило лес вокруг поселков. Несмотря на введенные на территории города Березники особый противопожарный режим, обстановка с пожарами и гибелью на них людей в сравнении с прошлым годом ухудшилось. Но в настоящее время проверки по пожарам они не окончены. Причины пожаров и виновные лица устанавливаются. К слову, сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям решили создать отдельную группу из специалистов, куда войдут сотрудники МЧС, администрации, спасатели и многие другие. Эта комиссия задумается о том, как обезопасить наш город от пожаров.